Твин. Было очень много просмотров моего видео «Первый вызов принят». Было очень много лайков. И я решила снять второй вызов принят. Я выбрала самые интересные задания. Надеюсь, они вам понравятся. Они будут очень смешные. Но не следите строго, потому что это видео шутливое. Василиса Белянкина дала мне такое задание. Включи во всей квартире свет и за 40 секунд выключи весь свет. Давайте пойдем включать весь мой свет. Но только у меня не квартира, а дом. Начнем с комнаты мамы и папы. Включаем тут свет. Вот. И мне будет помочь мой братик Саша. Давай-давай, беги. Ой. Молодец. Пошлите дальше. Включим вот тут свет. Оп. Так, тут свет. И у нас еще лампа на столе и над кроватями. Раз, два. И вот так, стол. Теперь включим свет в ванной. Давай. Оп, вот. У нас есть еще один на потолке. Сейчас будет немного шуметь. Давай, оп. Вот, тихонечко. И включим свет. А, уже включил Саша, оказывается. Так, вот тут. Вот. Наверху мы включили весь свет. Пойдемте вниз. Теперь включаем свет в коридоре. Оп. Вот. Пойдемте дальше. Теперь включим свет в нашем туалете. Включай. Так. Давайте погладим наших котят. Ой. Погребчика хорошая собачечка. Ой, разбудила я их. Вот Саша включил и еще один свет над нашим зеркалом. Теперь включим свет на кухне и в гостиной. Вот. Наш свет вот тут. Мы с вами включили весь свет. И теперь за 40 секунд мне нужно будет его выключить. Я нажму старт на секундомере. У меня телефон выключился. Вот. И буду выключать весь свет. Главное не упасть. Давайте. Раз, два, три. Он не так выключается. Se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos, ay, Macarena. Следующее веселое задание придумал Дима Клирик. Мне нужно на вдоль листочке спереди нарисовать веселую рожицу. Я нарисую красным маркером. А сзади нарисовать, наоборот, грустную рожицу. Я нарисую черным маркером. Поехали. Так, начнем с веселой рожицы. Так. Так. И так вот так. Так. И вот так. Вот, готово. Теперь нарисуем грустную рожицу. Так. Ну-ка. Вот тут. Вот тут. И вот так. Вот.
потом так, 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 так. Вот. Все. Похоже? Мне ничего не видно. Я хочу посмотреться в зеркало. Какая-то очень злая рожица. Смешно. Ну, в общем, задание, наверное, выполнено. Да, это самое милое задание. Мне Алина Пушистик задала поцеловать кошку. У меня их много, и все они уходят. Ну-ка, поцелую самого Нехочушку. Убежал один. Ну ладно, поцелую трех. Он не хочет. Вот. И еще один убежал тоже. Да? Хороший котят. Вот, и Мирочка еще пришла. Дайте отцу. Вот, хорошая. Задание выполнено. Ну и самое спортивное задание от Кристинки Худояр. Мне нужно пробежать 10 раз вокруг дома и кричать: «Я худею!» Побежали! Побежали! Я худею! Я худею! Я худею! Я худею! Седьмой раз худею! Ой! Я худею! Я худею! Вы уже вместе со мной 10-й круг! Я! Я худею! Я худею! Все, задание выполнено. А еще бонусом я решила сама придумать задание и кинуть бутылку, как Иван Гай. Давайте попробуем. Платье моей мамы, туфли и накрасить себя косметикой мамы с закрытыми глазами. И выложить фото в ФК или в Инстаграм с хэштегом «Мамуля». Ну что, я на тебя похожа? Давайте выберем мне туфли и платье. Я уже выбрала себе туфли, давайте выберем мне платье. Так, 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 так. О! Вот это. Вот так. Давайте оденемся. Я уже одет. Как его? Теперь нужно сделать макияж. Делать я его буду не с закрытыми глазами, чтобы мне было удобнее, но я его буду делать да, без зеркала. Начнем с бровей. Готово? Теперь давайте накрасим, сделаем, вернее, стрелки. Стрелки. Надеюсь, у меня получится. Ну что, получилось? Ой. Теперь самое сложное.
накрасить ресницы. Я их никогда сама не красила, мне помогала мама. Теперь уже полегче. Румяна. Так. Тут есть зеркало, но я смотреться не буду. Я сделаю вот так. Так. Ну-ка. Готово. И самое мое любимое — это помада. Оп. Готово. Теперь надо сделать фотографию. Ну и последнее здание от Софи Камир. Искупаться в вещах. Прекрасный способ смыть мой неудавшийся макияж. Я как раз в кофте и в джинсах. Ой, сколько пенки! Надо залезать. Ну-ка. Вызов принят и сделан. Я буду купаться. А кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И, кстати, если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я сниму третий вызов принят. Всем пока-пока!